Начальник главного управления областной полиции Олег Бех подал в отставку. На его место в ближайшее время могут назначить Николая Семенишина, который последние 4 года занимал аналогичную должность в Донецкой области. Нынешний генерал полиции 3-го ранга родился в 69-м году в Хмельницкой области. С 90-го по 10-й работал в органах внутренних дел. Затем ушел на пенсию по выслуге лет, но после революции достоинства вернулся в милицию. Что касается Олега Беха, по информации источников репортера в областной полиции, он продолжит карьеру в Киеве.